Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет! Это вообще что-то непоправимое! Это хардкорный экшен-платформер. Да, все хорошо. И довольно красиво сделан. Довольно интересно. Интересные механики. Не очень популярен. Совсем, похоже, не очень хорошо идут продажи. Но мне нравится. Пора вернуться домой, говорит она. Начинаем игру. Первый контакт. Играть будем на изи, она прям мега хардкорная, поэтому в порядке. Мы прилетели на какой-то корабль. Первый контакт. Кстати говоря, я игрушку немножко тестил. По умолчанию установлены какие-то дикие настройки управления, поэтому я рекомендую перенастроить себя. Так, держите, чтобы использовать щит. Ага. Щит нужно использовать прямо в определенный момент. Прикольно, что можно брать чужое оружие. Так, а вот это вот дополнительные очки дает, но иногда может пропокапить всю. Пока ровненько идем. Ой, ну, хотя нет, давай я вернусь все-таки за пухой. Патроны есть, могут кончаться. Тут, кстати, очки выдаются за скорость, поэтому по-хорошему надо не тормозить. Да ты чё, я А получил. Вау, супер. Надо же. Это хорошо. Мне чуть-чуть не хватило, видимо, из-за того, что я возвращался за пухой. Ну ладно. Мне по большому счету по барабану. Так, правильно же, да? Изи? Да, изи. Пуху я, кстати говоря, не получил. Потому что был конец уровня. Опять придется ее добывать. Что-то у нас со связью, что ли? Нормально все, видите меня, все хорошо? Так, хилку возьму. Ой-ой-ой. Вообще там какая-то штука была, но я туда не хочу, это рискованно.
туда уже можем попробовать попасть. Нормально получилось, супер. Чата, давай-ка я обновлю. Все ли у нас хорошо? Так, на этот раз, ну, меня немножко отвлекали, поэтому тут ничего. Ну и еще я не взял одну вот эту одного робота. Так, Firestarter. Чтобы не умирать. Давай, не продолжим. Кстати, обрати внимание, оружие теперь мне другое выпало. Эту штуку я брать не буду. Ой-ой-ой-ой-ой, не то я хотел делать. Блин, верни меня назад. Давай-ка все перезапустим. Весь уровень. Да, я тоже, наверное, не попаду. Есть наверху. Что стоит обратить внимание? Давай посмотрим. Так,
кстати, как-то можно переключаться на степень оружия, да? Так. О, а это что такое? Уху-ху, давай посмотрим. Так. Значит, стрим закончился, что ли? Миш, ну подожди, пожалуйста. Пойду к тебе. Вот это да. Ай. Вторая волна. Ой-ой-ой, сколько их тут. Сколько тут волн-то вообще? Finally. Наконец-то. Так, здесь есть еще меньше. Так, сколько мы получили? Ну, я всего одну взял, поэтому, да, опять все. Спайда! Давай посмотрим, что это за спайда такой. Хо-хо-хо. Понравилось. Так. Вот это уже прикольно.
пули практически не снижаются. Бежим. Что сейчас босс будет? Тут нет секретов. Да, наверное, босс. Так ты нашла нас в итоге. Никто не уйдет от меня просто из... от нашей компании, Шуго. Тебе следовало это знать лучше. Возможно. Однако, возможно, знать лучше это то, что... знание лучшего это то, что привело меня сюда. Босс хочет Фрэнки назад. Убери от него руки. Тогда, может быть, мы сможем поговорить. Нет. Если ты хочешь его, тогда приди и забери его. Вызов принят. Я не понимаю, я дамажу его несколько. Не особо похоже. О! Ай! Понял, понял. Все, у меня нет патронов больше. Блин. Это будет сложно. Прикольная битва с боссом. Сильно дамажит. Мне кранты. Да. Блин. Давай. Ба-бах. Получай. О, прикольно, я бомбой взорвал. Ой-ой-ой, как вас много! Обись, подруга. Пам! Гача! Отпрыгиваем. Баба. Спайдер готов. Thank you.
Так, мы уже... Мы десантируемся на другую локацию. То есть мы не просто по... почему-то по кораблю отправились, мы сели снова на корабль на свой и куда-то поехали. И выпрыгнули уже в другом месте. Ай! Блин! Твою мать. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой! Ничего себе. Обидно. Начинается прям жесть вообще. Чуть-чуть не дошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это еще кто такие? И его ощущить. Обалдеть. А это кто? А это защита его, понял. Блин, как защиту потом поймать? Наконец-то, блин. Жесть, это просто жесть. Thank you.
Наконец-то! Он еще и бронированный, гад. А теперь-то что? Это просто издевательство. Блин! Что это за штука такая? Ай! Нафиг! Хренота! Очень высок риск, что у меня ни черта не получится. Так. Твою мать. Это ужасно просто. Конечно, уже все. У меня здоровья просто не хватит, чтобы убить их. Давай. Убивай. Без шансов. Добил наконец. Но шансов пройти дальше все равно очень мало. Давай же, наконец-то конец уровня. Еще бы.
Жесть, такая сложная игра. Вау, Run or Die называется. Или умри. Прикольно. Так, а тут надо всех убить, что ли? Да нет. Вот не туда. Ну да, а как успеть, если там уже... Ну, надо их очень быстро. Очень быстро, да. Это легкий уровень. А как это легкий уровень сложный? Это же какой сложный. Ой. Я взял? Да, я да, ты взял. Ладно. Не буду, короче, сражаться, просто... Ай! Сложайся и умри тоже. Да? Тут надо вообще прям направо, направо. Очень быстро. Это... Тут нужен спидвайнер. Уходим. Блин, а что, я не убью, что ли? Ну, сейчас ладим. Я думал, что я уничтожил. Он выспался. Вот какой секрет. И убил. Не умел, да. Каким-то чудом я... Смотри, все три собрал. Мама не попробовала. Сейчас. Смотри, вот это прыжок.
Это брать оружие, это бить или стрелять, это щит. Сейчас покажу, как щит использовать. Ай. Вообще, это нужно для щита? Вот это щит, можно отбивать, но щит работает не все время. Видишь, он истощается. Нужно прям в момент стрельбы, потом заряжается. Ты можешь несколько раз прыгнуть. Бери оружие, Иксон. Ага. Дальше. А как его? Тут только мешком. Один раз нажимаешь, потом еще раз, еще раз. Но это очень сложно. Давай! Оп! Ой! Не так. Я пытаюсь. Я пытался. Лучше, наверное, туда все же. Ой, упала уже. Оп, под баба. Оп. Ой, неудобно, да? Вот. У меня оружие для патронов. Такое. Это вот. Ай! Лучше тут не пыкать. Давай я. Да? Лучше тут там не пыкать. Да. Я поверил. Я исследую. Я исследую, папа. Нет, папа. Да? Я тебе исследовал. Там вот, папа. Тут, там вот. Называется пыль. Я буду пытаться исследовать. Ой, упала уже! Ой, я умер! Ты выкинул оружие! Да! Да! Старайся слишком долго не стоять на ногах. За это меньше. Чем быстрее ты пройдешь, тем больше они отдают. А зачем тачки нужны? Ну, это просто типа хорошо, ты пошел, а не очень хорошо. Ты выкинул имбовое оружие. О, кстати, там секретка, видимо. Давай посмотрим. На секрет. А, у Милани секрет. Ну, там чуть-чуть надо было поймать. Это у Милани, да? Секрет у Милани. Там рис, конечно, но не обязательно. О, ой, о, ой, я выкинул. Я думал, ой. Вот, нет, а! Наверх, наверх. О. Я а что ты наверх? Куда наверх? Ну, за секреткой. Я боюсь, ты слишком. Я слишком сложный. Я у меня почему-то. Я почему-то все время выкидываю оружие. Я просто я странный и просто я не понимаю, как это делать, из-за этого я выкину. Блин, это очень... Куда это прям не делал? Ой, упала. Ладно, иди дальше. Оружие не достанешь. Ой, ой, ай! Неудобно, да? Лучше за очки не было, да? То они бесполезные, не пытаться. Вот если бы какая-то прокачка была, кстати, да? Она бы вот понадобилась, да? Ну да. Прокачка не была.
Потому что я туда налез. Лучше туда. Да и вообще тяжело. Нет! Надеюсь, он упадет. Да здесь все тяжело. О! Смотри. Иди дальше. Взрывай ее. Опа! Давай, запрыгивай. Ой! Потом на... Потому что мы его потеряли.
Неудобно. Оп. Когда оружия нет, то очень ой. Неудобно. Старайся избегать этого правда. Первая волна это? Пошла. У меня такого оружия уже нету. Да? Это не тесно, да? У него очень... У него есть оружие, а у нас нету, да? Нам никто уже не дал. Только вторая волна. Только волна дала. Да. Первая волна. Давай, убивай его. Убивай этих часов. За то, что они убили меня, да? Да никуда не денется, у меня еще есть. Ой-ой-ой-ой. Ой. Эти защитники. Блин, так сложно. Бежим! Оп-оп-оп. Я ему помогу. Щит у тебя есть, не забывай. Ты можешь щитом эту штуку помнить. Чит, давай. Только он, видишь, слабеет во время. О, смотри, ты его можешь вот так вот обратно отдать. Давай. Может так и надо. Смотри. Вау, да, ты урон наносишь. Вот, да. Щит не забывай. Оружие забей. Ой. Оружие забей. Прыгай, стреляй. Щит не забывай. Лучше даже не обойти. Отбивай. Ой, я умер. Давай, отбивай. Его силату убивай. Отбивай когда. Да. Он слаб. Вот, видишь. Давай, ты можешь еще бить сам. Ай, пап, почему ты сам не бьешь? Только щитом, только его. Папа, почему ты его сам не бьешь? Давай, волна! Убивай их, а то будет третья волна и вторая. Все не закончится. Так, кажется, могу я прикончить каким-то. Блин. Неплохо шло. Щит. Делай его на... Щит не забывай. Это мой... Щит.
Стреляй. Меня убили. Как на тебя? Чувак, да? Да, папа? На это вам... Будет точно хатить. Да? Хочу на вас! Ну, я и нажить. Ну, потому что они пытаются нас убить. О, наконец-то я дрона уничтожил. Бум, отлично. Кстати, мы убили Вилс. Супер. Кстати, мы убили. Убивай! Блин, так сложно. Так вообще не честно, потому что меня загнали в угол, да? И что там делится, блин? Меня тащили к нему, да? Это не честно было. Их даже больше было. Это не честно, да? Тут никто, да? Ой, новая кошка! А что это за штуки? А? Ой, он что-то... Смотри, что-то забирает. Что это вообще за руль такое? Ай-яй-яй, ничего не понятно. Папа, ты что-то взял? Блин. Или умывание? Нет, просто надо было вовремя где-то. Честная волна, да? Я бы так назвала. Надеюсь, что...
естественной волны, да? Нравится. Ура, наконец-то. Иди до 5. Угу. Так, надо дальше выпрыгнуть. Сейчас оружие поменяем. Ай, а подожди, не-не-не, вот так, наверное. Отсюда, да? Кстати, мы победили, наконец-то! Это был самый сложный босс. У нас есть свой планете. Самый сложный босс на планете, да. Какой-то еще один блок брать. О, опять на скорость. Очень сложно, опять на скорость. Да. Кто залазил? Уходим. Я сяду. Ой, а тут лади уже наверх идут. Да? Это нам не замечает, да? Да. Только не лади. Вот здесь надо оружие брать, то я не расстреливать. Бежи! Стреляй! Видишь, не успеваешь эту башню с ними, а там времени. Ага, я просто не знаю, как менять оружие. Потому что у меня поменялся. Пробежали, отлично. Сейчас, наверное, босс будет. Падай. Пап, лучше бы ты не падал сейчас. Шуго пришел. Шуго забрал маленький корабль и остался в выигрыше. Я заберу... Можно без таких долгих вступлений? Вау! Шуга, идем сюда! Нам нужно спрятаться! Слишком поздно. Шуго! Все кончилось, Рам. Босс хочет тебя вернуть обратно в качестве бота. Вернуть твоего бота, который ты украл. Каждого из них. Шуга! Но почему ты не оставишь нас в покое? Куда ты стреляешь? Вниз! Я его вниз! А где наше оружие, Бобай, да? Его забрали! Ай! На, держи! Давай, нажимай просто. Мне тоже его сдавило. Снизу лучше не задерживаться надолго. А что делать? Блин, ну вообще же. Просто краска. Слишком низко. Надо бы поднять его повыше. Ходи, ходи. Поверх, блядь. О, супер, стреляй. А, видишь, сверху тоже нельзя долго держаться. Опасно слишком. Чтоб на юг снизу бить, да?
всего лишь один выстрел. Надо было слепку, видимо. Папа, видишь там какую-то штуку? Видишь, зеленую? Блин, он еще и сюда прижимает. Пап, тут внизу какие-то штуки. Может, там надо стрелять? А? Ужас. Очень сложно. Самый короткий. Да? А я даже не знал, что это самый короткий тварь. Пап, это самый быстрый. Пап, надо сверху. Видишь, какие-то там? Ага. Только надо стрелять этим. Вот, она мощнее. Давай попробуем сверху. Да, похоже так. Да. Вот, понял, куда ты полетел. А, понятно, куда он полетел. В бездну. Пап, он полетел в бездну. О, прикольно. Так, надо его наверх. Блин, Glam of Freddy. О, бежим! Бел! Ой! Меня просто стреляют! Непонятно! Уходи, уходи! Беги, беги! Давай! Дай! Нет! Получилось, молодец! А! Жив! Дух, наверх, наверх! Дух, наверх! Да-да-да! Не забывай, пожалуйста, защищаться! Кстати, щит! Попробуй щит! Я, на, я могу дальше! Кстати, он восстановил свою уже. О, это да. Ай! Ему с тебя попал. Это нигде не происходит. Опачки. Все. Надеюсь, он в этот вот не восстановит свою уже пушку, да? Видишь, он загорается, он да, вижу, какую вижу, сторону. Вижу. Я уже очень сильно вижу. Блин. Знаешь, кстати, самый простой способ это именно отбить его. Смотри. Вот. Только он при этом может раздавить свою кошку. Он слаб. Ну это очень слаб. Только о, уже а дальше шипы. Ой-ой-ой. Как вы вообще перепутали? Шипы. Просто вот, наверное, вот так. Попробуешь? Не знаю. На, попробуй. А-а-а. Потом, потом. Я не успел. Я Сбить легче всего, короче. Я забываю уже, как, какой кнопкой, папа. Просто. Смотри. А, он сразу воздавил. Раздавил, да? Нет. Не, он не успел раздавить. Давить. Если вот чуть-чуть при расстоянии есть, он уже не давит. Вот иди туда, да? Это наше слабое место, да? Вот. Сейчас сложно. Показал, да? Ага, понял. Может, это из-за того, что я забыл. Да сколько можно, да? Да. Я забыл. Главное победить. Главное победить. Его пушка. Откуда? Блин. Хитрый. Он увидел, что я пушку беру и начал сразу двигаться. А, беги, беги, беги! За
Артём, готовься. У тебя щит. Ага, давай. Давай, ещё стреляй. Ай, не успел. Не успел, да? Не дурак. Учитывай то, что ломает твою же пушку. Потому что у него их два две. Хоть бы кны, да? У него ломает пушку. Потому что у него даже не углубляется бесконечно. Я хотел раздавить. Победил, да? Надо еще одну убивать. Ой! Блин! Попробуй. Вот сюда. Ну, он не подбивал, представляешь, папа? Давай, стреляй! Сейчас уже не пройдет. Наверх. Запрыгивай. Ой. А! Он меня придавил. Потому что он заманил меня вниз. Блин, да? Ловушка смел. Нет, наверх, да? Да. Если бы у него было не только один патрон, да? Был бы позже. Хотя бы три, да? Ай, ну что, там вообще некуда было. Меня придавило вместе с пушкой. Это было самое быстрое отправление в рай, да? Да. Или в аду, понятно. Лучше в рай, да? Да. Так, а что не получилось? Нет, получилось. Наверх. Надо было обойти. Ну, свой пикак был бы, да? Был бы пусть, если бы был пикак, да? Ну, это не лёгкое, да? Нет, пикака нет. Надеюсь, это последний босс, да? Нет. Почему не будет? Ну, надеюсь, что последний, да? Почему? Интересная игра. Но слишком сложная. Ла-па.
умный чувак, да? Понял, что нам надо вниз, надо к нему, а к нему попасть. Должен ему попасть. Стой! А! Так ты попал. Стой! Ну сколько там ему еще надо попасть? По-моему, это, наверное, последнее для вас было. Навил, навил. Я попал на этот гладу. Да? Эй! Да, я, он попал в свою же пушку, да? Ну, я не мог никак. Ведь там были пили и цепи. Да? Никак бы не попал. Только если бы был пилька. Да? Я бы смог. Что за вид? Где твой? Ты не попал, да? Я прям на белый человек. Белый маски. Нет, именно тогда набира. Так, вот теперь самое непонятное. Самое. Вот, мне кажется, что это последний. Ой-ой-ой-ой-ой, нет! Это вообще что-то непоправимое! Вот это! Лучи с одной стороны идут, а лезвие в другую сторону. Обалдеть, Макс. Это что за... Папа! Наверх! Эй, ты наверх говорил, да? Я уже пошел забирать пушку, а она не отвалилась и меня придавила. Да? Не тесно. Когда он лазер включит, будет подходит. О, лазер вырубает. Еще при этом начинают стрелять пушка, блин. Обалдеть, вообще. Блин, один лишний раз нажал. Об шипы. Нет. А я просто... Не туда пошел и, блин. На, па! Маньте его бачна, я... Точнее, пушечная битва. Ну, честная битва, да? Это
тебя только меч, а у него целый путь. Да? Ну, лазеры. Ты видела эту какую-то странную штуку, синюю штуку? Она стрельнула на планету. Ну мы упали! Наверное, мы упали на... Нажми, что там? Все, прошли игру или нет? Нет. Нет, не прошли. Фазы. Ну давай, наверное, потом пройдем. А ну, пока поделимся впечатлениями. Легкая игра или простая? Сложная. Сложная. А тебе понравилось? Не знаю. Мне понравилось. Красивая, интересный дизайн. Мне очень сложно. Походи. Тебе что, сложно? Наверное, нравится? Интересный механизм. Ну, совсем легкий. Тоже? А что нет? Интересно сложно, куда сложно? Главное, чтобы проходимо было. Потому что бывают уровни, которые вообще не важно пройти. Игры, которые вообще неприятные. Как в принципе, все проходит. О, смотрите, что роботы. Обалдеть. Надо их убить. Или ты умрёшь. Надо сломать его. Убей или умри. Да? Ай! Это робот, они умирают. И просто надо разрушить. Ой. Вот. Сюжет здесь, конечно, главное, в общем-то, как, так как это все лишь платформер, экшн. Что такое платформер? Ну, платформер, потому что много надо прыгать, а экшн, потому надо много драться. О, это что такое? Как я умер, вообще не понял. Да. Вот, в целом мне игрушка очень понравилась. Да, напишите, хотите продолжение или нет. Хотят. Там мне кажется, что там мы уже почти прошли. Может быть, да, последний уровень. Мы падаем на землю. Из минусов могу сказать, что игра, к сожалению, никак не дополняется. У нас не появляются новые виды какого-то оборудования. Появляются новые враги, это, конечно, хорошо.